Первый межрегиональный родительский форум собрал в Чебоксарах представителей родительских комитетов, ассоциаций, организаций высшего и профессионального образования. Этот форум – интерактивная площадка для обмена опытом воспитания детей и обсуждения их будущего. Одаренными рождаются 98% детей. Сохранить таланты и развить их удается немногим. Кто в ответе за то, чтобы молодежь могла самореализоваться? Задача наша – больше говорить о перспективе и готовить своих детей, чтобы они без страха могли найти свое достойное рабочее место. И мы вместе с вами должны провести вот такой открытый семейный домашний разговор. Открытый диалог – это уникальная родительская среда, где взрослые, заинтересованные в успешном будущем своих детей, узнали о современных методиках воспитания и о последних образовательных тенденциях. Все профессии важны, а все ли нужны? Какие специалисты более востребованы на рынке труда в Чувашии? Елена Ульянова, президент фонда равенства возможностей, затронула вопросы создания инклюзивной среды. Подняли вопрос и о создании возможностей для обучения особенных детей. Сейчас, после начальной школы, их распределяют в обычные. С этим родители не согласны. Все родители, которые есть такие, все меня поддерживают. Откройте нам, пожалуйста, школу. Эксперты лектория с пониманием выслушали все вопросы и пообещали найти решение. Я думаю, что этот вопрос действительно с бородой. Ни один год не решенный. Я думаю, Министерство образования подумает, каким образом все-таки создать такую школу, чтобы после 5 класса дети не уходили, а дальше продолжили это обучение. Где и кем работать, чтобы заработать, как готовить высококвалифицированные кадры для региона и создавать привлекательные рабочие места. Лучше один раз увидеть. В фойе разместились экспозиции образовательных учреждений республики. Учебная плата для изучения принципов работы 4G-сетей. Ключевая компетенция обеспечит конкурентные преимущества. Эти студенты – стипендиаты главы республики, активные участники конкурсов мастерства. Используя свои знания и умения, они уже сегодня ставят конкретные цели. Эти деньги мы как бы копим и хотим ощутить свою мечту. После техникума, после своих всех навыков, которых я научился, открыть свой бизнес. Эффективная работа для всех заинтересованных сторон продолжилась на дискуссионных площадках. Форум-навигатор сработал как надо. Многим удалось проложить образовательный маршрут с учетом своих интересов и способностей. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.